И там из этого x по 3 чашки и y по 2. Но x1, y1. Давай. Так. 58. x2 и y2. x3. Да. И y по 2. Так. x1 плюс y1 равно x2 плюс y2. Ну, это понятно. Ну да, сейчас Потому что запишу. одинаковые. А Количество теперь пакетиков. просто мы же понимаем, что если мы возьмем 19 пакетиков, то даже если мы возьмем их по 3, то у нас будет 39, 27 плюс 30, у нас будет 57 пакетиков. Значит, мы как минимум берем 20 пакетиков. Ну, то есть у Вот нас 50, а у представь. нас здесь 58, то есть 19 недостаточно, да. Значит, надо Да, брать да. 20 пакетиков. Как минимум 20 берем. Ну вот, допустим, 20 по 3, 60. Нормально. Получается, у То нас есть и 60. не хватит, правильно. Ну, чуть-чуть больше будет. 60 получается, да. Получается, мы берем, убираем 3, ставим 2, у нас Да. получается 59 пакетиков. Так еще раз сделаем, получается 58. Это правильно. 18 по 3 и 2 по 2. Угу. И пробираем 41. Ну, понятное дело, что 60 нам не надо. 20 умножаем на 2, Угу. 40 пакетиков, и Так. значит перекладываем, ну, 1 не по 2, а по 3. У нас получается плюс 1, 41. Ну, получается, да. Все. Все? Да. Неправильно. Почему? Ну, потому что тебе скажут, а почему у меня 20? Ну, меньше я понял, почему у них 19 меньше, будет 57, у нас не хватит. А тебе скажут, а если будет больше 20, почему? Ты же не доказал ничего, не следовал. Хорошо, допустим, будет 21. Да если То 21 пакетик, получается. да? Либо больше. То есть больше равно 21 пакетика у нас. Тогда если мы даже будем использовать, что, две чашки, Да. то у нас будет больше 41. То у нас или будет равно 42. 42. Соответственно, больше Да. 20 тоже. То есть мы доказали, что меньше 20 нельзя, да? И И больше больше 20. нельзя. Только можно 20. И для 20 ты привел пример. Так, значит, здесь ответ задачки какой? 20 пакетиков. Понятно? Эти? Понял? Ну да. То есть, еще раз, надо сказать, что меньше нельзя, ты это сделал, а то, что больше, наверное, забыл, да? Сейчас. Ну все. То есть, больше 20 надо тоже доказывать, что нельзя. Ну Все. да. Просто одно через большее доказываем, второе через меньшее, и Да, все то решено. что двойное неравенство здесь.